Аксилиум! Колечко, где нам найти Аленку? В сказочном мире найдено 333 Аленки. Уточните запрос, какую именно Аленку вы ищете. Алену Рыжову, ученицу 6 Б. По вашему запросу ничего не найдено. Жаль, что Колечко не может нам Аленку найти. А если мы разделимся на группы и начнем прочесывать город с четырех сторон? У меня и фотографии Аленкина есть. Ага, так шанс найти Аленку равен нулю. Мы что же, будем по улицам ходить и всех встречных спрашивать? Вы девочку здесь не встречали? Ну что за ерунда? Здесь нужен дедуктивный метод. А куда? Я работаю в одиночку. Аривидерчи. Простите, вы тут девочку рыженькую такую не встречали? Нет. А простите, девочку рыженькую такую не видели здесь? Прошу прощения. Ух ты! Пойдем посмотрим, что там происходит! Стой! Ты куда? Эх, не видно ничего. Ага! Нам туда! О! Ой! Ого! Простите, пожалуйста, я это вас не заметила. Простите. Эй, Аксилиум, покажи-ка нам мультики. По вашему запросу ничего не найдено. Тогда передачу какую-нибудь научную про инопланетян. Информация не найдена. Ну и мир. Ни мультик, ни передач. Хоть какие-то развлечения у вас тут есть? Музыкальный концерт. А что если Варя попробует взлететь над городом и увидеть его сверху? Ага, Аленка прям вот так посреди города стоит и ждет, когда же мы ее найдем? Девчулечки, поглядушечки, это ли не наша рыжулечка там с Иванюшечкой красотюлица? Аленка! Аленка! Нашлась! Ой, а какой костюмчик у нее симпатичный. Аксилиум, где сейчас происходит концерт? На центральной площади. Вход бесплатный. Вау! Ю-ху! Давай, давай, давай! Владик, ну что ты такой скучный? Смотри, как здорово! Сколько раз я тебе говорил? Не называй меня Владик! Ну, пожалуйста, ну, хоть немножечко посмотрим, а? Это же котофеечки, я их обожаю. Мы должны найти Морока и девчонку, что непонятно. Сэф, Сэф, так вот же они. Что? Кто? Где? Вау, ю-ху! Девчонка, за мной! С дороги! Оступись! Аленка, волколаки! Ку-ку! Бежим! Куда? Она вон там была! Ага, была. Ну и как мы ее тут найдем? Надо ее позвать. Аленка! Аленка! Мы здесь! Нет, Снежка, так она нас не услышит. А что, если мы споем нашу песню со сцены? Молодец, Варечка! Только где мы возьмем инструменты? А вон та дудочка, нам не подойдет? Куз, ведутки, контрабас, эти конки у нас! Трам-парам-парам-пам-пам, трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сказочный патруль! Нам срочно нужны ваши инструменты. И барабан. Побольше. Вот говорил я тебе, не привлекай внимания. Да ты не волнуйся. Сейчас я их... Вот так.
Мамочки! Ой, Владик, что будем делать, а? Лезь сюда и, пожалуйста, хоть раз посиди тихо, а я их отвлеку. Что? Где она? Дружок, Шарик, Трезор, вы не меня ищете? Вот она! Хватайте девчонку! Кто догонит, тому сахарную косточку! Во! Этот подойдет! Отлично! Спасибо большое! Мы после выступления вам все обязательно вернем! Ай! Ну, Аленка! Что за девчонка? И зачем я только с ней связался? Бегай теперь от этих! Давайте! Аленка, с тобой все в порядке? Саша! Мы так за тебя волновались! Какой у тебя костюмчик красивый! Ты как в барабане оказалась? Девочки, Саша! Все, потом. У нас же концерт! Как ты спаслась от Морока? Морок теперь на нашей стороне! Да? Ну и где же он? Да он засунул меня в барабан, а сам отвлек волколаков на себя. Теперь они за ним гонятся. О, нет! Ну что, добегалась, девочка? Что? Куда? Стой! Так нечестно! Нужно бежать спасать его! Владик! Вы девочку вот такую вот не видели здесь? А вы девочку не видели? Вы уже отвечали мне, да? Понятно. Никто не видел. Ай! Куда? А ну, стой! Ага, попалась! От меня не уйдешь! Лукоморье не может быть! Кафешечка моя! Родненькая! Соня из Тоствиля. Дочки матери. Привет, это Соня. Я обожаю проводить время в Тоствиле. Соне надо в Тоствиле. Соня! Скорее! Через 15 минут у тебя занятие по верховой езде. Соня, собирайся. У тебя кружок программирования. Спортивная рыбалка. Вязание.
Нет, я люблю все эти занятия, но я бы хотела больше времени проводить с друзьями. Соня, а ты где? Соне надо в тосты! Соня! А, скорей, скорей, скорей! Друзьям о своей проблеме. У меня бы давно голова лопнула от этих кружков и занятий. Ага, у моих детей будет полно свободного времени. Только отдых и никаких кружков. Кстати, а где ваши родители? Откуда берутся тостли? Ну, по-разному берутся. Ник, например, упал с дерева. А мафии испекли в печке. Ой, попа горит. Даже чуток передержали. Но чаще тостли производит бата. Большинство тостли появляется из нее. Да. Вот это красавчик! Выли ты мой папа! Ой, нет, скорее твоя мама! Ну как так? Только родился уже бронхит! Ого, у вас рождаются старыми? Конечно, а у вас разве не так? Ты что? У нас стареет постепенно. А что, каждый может заказать ребенка у Баты? Но лучше сначала пройти что-то вроде теста. Да, Бата сделает цифровую копию тебя. Она не настоящая, но выглядит как настоящая. Хочу, хочу тоже! Хочу себе маленькую Соню, чтобы сделать ее счастливой. Если ты согласна взять у Баты копию, лизни палец и приложи здесь. А, ясно, это чтобы получить образец моего ДНК? ДН чего? Тостли всегда слюнявят что-нибудь, когда хотят заключить договор. А, это вместо подписи. Да. Ой, круто! Красотуля! Она будет активирована ровно 3 часа. Моя маленькая! Я тебя назову Моней. Сначала все шло здорово. Саня, кружить! Саня, летать! Саня, скакать! Саня, копать! Летать! Скакать! Кружить! Но потом я немного запарилась. Соня, нужен отдых! Соня, у нас супер-турбо-новость! Через час на городской площади выступают... Хэппи Стоунс! Моя любимая группа! Соня, копать! Простите, ребята, не могу пойти. У Мони столько энергии, надо ее развлекать. Копать, копать, копать! Запиши ее в кружок тосли землекопов. Они постоянно копают. Это кто? Твоя сестра? У меня тест-драйв материнства, и это пробник моей дочери. Вот круто! Мы за ней присмотрим. Отлично, тебе здесь понравится. А после концерта я тебя заберу. Пока. Чего вопишь? Здравствуйте, господин кто-нибудь. Вы не видели тут такую маленькую меня? И с ней 2 близнецов. Не видел я никого. Но... О! Сожри меня, черная дыра. Кто-то продырявил сырную мембрану. О, понятно. А вот это ты напрасно.
Там вареньем не накормят! Тогда я уже знала, что сырная мембрана разделяет Тостленд на две части. На одной стороне расположен Тоствиль, где живут тостли, а на другой — темные земли. Там живут жуткие и коварные крамблы. А! Ух, так вот она какая! Темная сторона. Интересно, а как выглядят крамблы? Те трое молчат, но дырка, из которой они появились, должна быть где-то здесь. Ничего, крюк заставит их говорить. О, жуткие в самом деле. А там, наверное, они держат пленников. Эй! У меня они быстро заговорят. Клянусь горелой коркой. Но сперва чашечку ароматной жижи. Я бы могла сказать, что все шло по плану. Вот только никакого плана у меня не было. Соня! Копач! Копать потом, сейчас спасать! Бесполезно! Она запрограммирована, чтобы открыть могли только крамблы. Запрограммирована? Я хожу на программирование уже 2 года. Сейчас перепрограммирую. И вот так. Ой, не то. Сделаем так. Снова не вышло. Вот, вот, и так. Бежим! Спортивная рыбалка! Отличная наживка! Бежим! Беглецы! Верховая езда! Моня, скакать! Сходить! Легкотня! А вот так! Не напугал! Хороший конь! Вот бы показать тебя моему тренеру по верховой езде! Не смеши мои подковы! Говорящий конь! Соня, скорее! Я же говорил, как настоящая. Ну что, хочешь заказать у Баты настоящего ребенка Тостля? Ну, может, в следующий раз. Соне пора домой. Быть матерью – это вам не в куклы играть. Соня, где же ты? Иду, пап! Вот так я впервые увидела крамблов. Жуткие создания. И специально для Тима из Нью-Йорка. На концерт Happy Stones я успела. И это было классно! Пока, рука!
так просто сказать! Ключ воздуха спрятан в горах! Гора. Если он вообще здесь? Ну, конечно, здесь! В горах ветер всегда сильнее! Ого! Кто это? Это горный великан. Мой покой. Кто потревожить посмел? Простите, что мы вас побеспокоили. Мы ищем ключ. Мы волшебницы, сказочный патруль. Нам нужен ключ ветра. Он случайно не у вас? Волшебницы, подойдите. 300 лет я не сплю. Помогите, волшебницы. Поможем ему, а? Ой, Снежка, вечно ты всех жалеешь. Мы сюда вообще-то за ключом ветра пришли. Ключ? Ну, это такой волшебный ключ. Он еще ветер вызывать может. Ветер есть у меня. Вы арфу. Волшебная арфа. Своей музыкой способна усыпить кого угодно. Хранится у пещерных троллей. Отлично. Ну и как мы арфу у них заберем? Они же нам ее просто так не подарят. Может, попробуем на что-нибудь выменять? Придумала! А давайте мы дракошу на эту арфу поменяем, а он потом обратно. Аленка, перестань! Успокойся, дракоша. Аленка пошутила. Никому мы тебя не отдадим. Ну тогда мы эту арфу просто заберем. С силой. Ничего себе! Троллище! Смотрите, у него волшебная арфа. Ну что ж ты, Аленочка? Иди, забирай у него арфу. Силой. Не-не-не-не-не. Нужно придумать план. А давайте его просто попросим. Снежка! Здравствуйте. Простите, пожалуйста. Нам очень нужна ваша арфа. Не могли бы вы нам ее подарить? Ты кто? Мы сказочные патрули. И мы уже уходим. Мы не хотели вас потревожить. Снежка, пойдем. Забирайте. Мне она больше не нужна. Король сегодня все равно велит меня казнить. Что? Вы отдаете нам арфу просто так? Вот и спасибо. Девочки, пойдемте. Девочки, а мне троллика жалко. Да, нельзя же так сразу уходить. Ну а что? Он же сам сказал, она ему больше не нужна. Ну не плачь, расскажи, что случилось. Мы и попробуем тебе помочь. Мне уже ничего не поможет. Когда я нашел эту арфу, то стал единственным троллем-музыкантом. Мне так нравится играть. Но у арфы есть одна особенность. Вот, послушайте.
Я с детства музыку любил. Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом. Арфу волшебную добыл. Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом. Мечтаю музыкантом стать. Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом. Но только я возьмусь играть. Все начинают засыпать. Все начинают засыпать. Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом. Тирлим-бом-бом. Вот опять! Все заснули! Что случилось? Что бы я ни играл, все засыпают. А сегодня у короля троллей свадьба. И если я опять всех усыплю, мне не поздоровится. Да. Надо помочь. Есть у меня одна идея. Смотри, плохо сыграешь. Голову давай! Громко-громко-громко музыка звучит. Эта песня просто-просто хит. Не сиди и не зевай, а танцуй-танцуй, давай-давай. Чтобы все развеселились, ноги сами в пляс пошли. Я сыграю, как сумею, вы станцуйте, как смогли. Пусть все вертится, кружится, не остановится. Рок-н-ролл, танго и фокстрот, всяк танцует и поет. Спасибо, вы меня спасли. Можешь оставить себе. Пора переходить на современную музыку. У тебя здорово получается. До меня тебе, конечно, далековато, но талант у тебя есть. Ну все, нам пора. Кажется, получается. Засыпает. Спасибо. Волшебниц. А? Колокольчик? Ветровой колокольчик может вызывать все 7 ветров. Сильная вещь. Журавлик? Это же посланник воздушного королевства. Странно. Откуда он здесь? Воздушный журавлик? Дай посмотреть! Ух ты! Нужна помощь! Похоже, в воздушном королевстве случилась беда. Беда? Мы должны помочь. Варя, давай телепортируй нас туда скорее! Простите, девочки, но я туда не пойду. Волкалаки!
А что ты сказал? Я не расслышала. Я говорю, это волколаки. Я про них в книжках читал. А знаешь что? Давай сначала перекусим. Вот, выбери себе что-нибудь. А я пока осмотрюсь тут. Ого! Мороженое со вкусом болотной тины! Оригинально! Интересно, кто же такой ест? Эй! Привет! Дороги! Вы что здесь делаете, болваны? Командир! Так мы это, на секундочку всего! Вот, и перекусить не хотите? Перекусить? Вам что велели? Как только морг с девчонкой появится, схватите их и бросить в темницу! Да, и от портала ни на минуту не облучаться! Если повелитель об этом узнает, он нас всех в порошок сотрет! Значит, вы леший, да? А я знакома с одним лешим. Он у нас в городе садовником работает. Интересный вкус. Так угадаю. Шишечная? Что за шуточки? Ты что, под столом забыл? Пойдем, нам нужно уходить. Уходить? Но я еще цветочное мороженое не попробовала. Вау! Ничего себе! Вот это сказочный мир! Покупайте голографические чудики! Я вчера новый сорт мандрагоры вывел. Какое же здесь все сказочное! Недотёпы! Кто-то прошел через портал! Ну все, теперь нас повелитель точно в слизняков превратит! Слизняков? Слизняков я не люблю. Вот эскарго в белом соусе. Да вас мы упустили! Так, выход отсюда только через кафе. Вы там никаких незнакомцев не видели? Это же тот парень из кафе! Живо, со мной! Девочки всю эту красоту увидели! Какие классные! Ого, настоящие? Котик какой-то! Ну давай же, скорее, пойдем! А сейчас, сейчас! Ты только посмотри! Это что, говорящая щука? Эй, щука, а ну скажи что-нибудь! Да хватит уже, надо идти! Только посмотри, какие классные! Как же здесь круто! Командир, вон тот парень! И девчонка с ним! О, нет! Аленка! Быстро! За ними! Живо, уходим! Саша, в чем дело? Я еще не все рассмотрела! Некогда объяснять. Бежим! Окей, окей. Без проблем. За ними! Нам не по пути. Ты свободна, можешь идти куда хочешь. А мне
Нужно найти повелителя. Он пожалеет, что нарушил обещание и предал меня. Я заставлю его вернуть мне мой настоящий облик. Пока. А ну стой! Браслет! Браслет мой верни! Ах так? Ну держись! Ну все! Я тебе сейчас покажу! Вы только не волнуйтесь, мы их найдем. Да, они не могли далеко уйти. Слушай, Саша, то есть Ваня, Морок, или как там тебя? Давай договоримся. Я, конечно, и без тебя справлюсь, но я в этом сказочном мире ничего не знаю. Давай ты поможешь мне найти родителей, а я попрошу их вернуть тебе облик. Они же у меня волшебники. Пусти! И все из-за вас! Что ты там говорила? Твои родители волшебники? Ну что ж, я, пожалуй, согласен. По рукам? По рукам. Нужно выбираться отсюда. Есть идея. Давай скорее! Тебе надо замаскироваться! Ух ты! Какое платьице миленькое! Осторожнее! Это же бальное платье Золушки! Эксклюзивный дизайнерский наряд. И редкая вещь. Да? А мне можете какой-нибудь костюмчик подобрать? Ну, для маскировки. Сейчас вы преобразитесь. С'il vous plaît. Неподражаемо. Манифик. И это, по-твоему, замаскировалось? Зато красиво. А сам-то? Ха, неплохо. Ну, что я тебе говорила? Никто меня не узнает. Да уж. Надо придумать план, с чего начать поиски твоих родителей. А я уже все придумала. Мы пойдем в королевский дворец и попросим помощи у местного правителя. Это древний проводник между сказочным миром и миром людей. Тысячу лет он был оберегом династии огненных магов. Теперь он приведет нас в сказочный мир. Дамы и господа, добро пожаловать в сказочный... Это? Нет, я его уже 3 раза надевала. А это только 2. Но это мне больше идет. А, ладно, возьму оба. Да закрывайся же ты! Ну куда ты столько набираешь? Мы же договаривались брать только самое необходимое. А это, Машенька, и так только самое необходимое. О, лыжный костюм! Пригодится, а то вдруг там зима. Ох, Варя! Ладно, Маша, не отвлекайся. Ну так что там дальше было? Ну так вот, когда Морока поймали и в темнице заточили,
сказочные в свой мир ушли. Портал туда 4 ключами стихий замкнули, чтобы никто больше не мог волшебство в недобрых целях использовать. Да только 12 лет назад связь с волшебным миром пропала, и никто не знает, что там произошло. Я так волнуюсь! Мои родители! А вдруг с ними что-то случилось? Скорее бы уже в сказочный мир попасть и все выяснить! Снежка, а ты что сидишь? Ты когда собираться будешь? А я уже собралась. Снежка! Кажется, ничего не забыл. Дракоша, отдай! Это в дорогу! Отдай, троглодит несчастный! Стой, кому говорю! Стоп! Хватит! Прекратите сейчас же! Нет! Так дело не пойдет! И все-таки я не понимаю, нам-то это зачем? Аленка сказала, мы попадем в волшебный мир. Представь, чудеса, волшебство, драконы. Драконы? Ну нет, я, пожалуй, не пойду. Ты только подумай, там наверняка полно всяких магических штучек. Да мы сами станем волшебниками! А если я не хочу волшебником? А супергероем хочешь? Супергероем хочу, чтобы Снежку спасать. То есть, я хотел сказать, спасать мир от пришельцев. Вот и отлично. В волшебном мире наверняка и пришельцы есть. Аленка, привет! Ага. Ну, конечно, сейчас будем. А это инфракрасный тепловизор. Позволяет видеть в темноте. Ой, как здорово! Ну, их еще немножко доработать надо. Вася, ты давай пока дорабатывай. А сейчас мой новый суперфокус! Слушайте, ребята, скоро мы отправляемся в сказочный мир. Искать родителей Аленки. И мы хотим вас попросить... Дайте угадаю, пойти с вами. Что? Нет, присмотреть за нашими питомцами. За питомцами? Вы для этого нас сюда позвали? Ну да, пока нас не будет, вы о них позаботитесь. Правда же, Вася? Ну, а что? Я зверушек люблю. Вася, да ты что? Какие зверюшки? Я вам нянька, что ли? Мы вообще-то в сказочный мир собирались. Вам помогать. Сказочный мир? Это исключено. Не волшебным туда нельзя. Саша, не обижайся. Фокусы ты, конечно, очень здорово показываешь. Но сказочный мир только для настоящих волшебников. Ну, конечно. Для настоящих. А я всего лишь фокусник. Все понятно. Счастливого пути! Все просто. Дракошу надо кормить 3 раза в день. Корм вон там. Аленка, ты куда? Да так, в парк прогуляться. Вася, нет! А-а-а!
Вася, ну что тут сложного? Это корм дракоши, а это подкормка для кактуса. Понял, для кактуса. Сейчас. Ай, под ноги надо смотреть, растяпа. Ай! Я думала, не загубивушки меня этот криворучечка. Девчушечки, будьте добрички, не оставляйте нас с этим недотёпочкой! Да не нужен мне ваш волшебный мир! Подумаешь, волшебницы! Вот только зря я с Аленкой так грубо. Уйдет теперь свой сказочный мир. А я даже не попрощался. Надо ей позвонить! Так, куда я его дел? Аленка, привет! Как хорошо, что ты позвонила. Что? Встретиться? Ну, конечно. Уже бегу. Да, Вася. А говорил, что зверюшек любишь. Эй! Здесь есть кто-нибудь? Саша, я здесь. Аленка, я это... хотел извиниться. Нет-нет, это я хочу извиниться за девочек. Они так гордятся своим волшебством, но оно дано им от рождения, а ты всего добиваешься сам. Да, это не важно, Аленка. С тех пор, как мы познакомились, ну, в общем, я хотел стать волшебником, чтобы тебе... И ты им обязательно станешь. Я знаю, где портал. Мы с тобой убежим в сказочный мир. Ты поможешь мне найти родителей, а я помогу тебе стать настоящим волшебником. Ты готов пойти со мной? Да, конечно! Счастливого пути! Волшебник! Фух, кажется, цел. Ну и темнотища. Сейчас, надо посветить. Так, ага. Ну и жуткое местечко. Так, главное, без паники. Все будет хорошо.